Всем приветик. Вот как видите, имеем стиральную машину. Она уже нам не нужна, она свое уже отработала. Мы с нее выбрали нам нужные детали, которые можно еще использовать где-то. Это значит электродвигатель и сам барабан. В данный момент давайте попробуем сделать что-нибудь хорошего и полезного из барабана от стиралки своими руками. Вот что у нас получилось со старой ножки от стула и от стиралки барабана. Вот такой красавчик. Это мангальчик. У нас есть вот такая решеточка на нашем мангальчике. На ней можно как жарить, так и пользоваться как столик. Этот мангальчик получился практически за даром. Вот такие дела. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.